Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Алиброс. Бывает такое, что при оплате заказа на сайте AliExpress выскакивает вот такая вот ошибка, в которой написано «процесс прерван по соображениям безопасности, для завершения транзакции требуется предоставить документы через мои апелляции для дальнейшей верификации». В общем-то, друзья мои, вот такая вот проблема может у вас возникнуть, и она возникает при разных обстоятельствах. Давайте разберем первое обстоятельство, из-за которой может возникнуть данная проблема. Первое, это если вы заказали посылку на сайте AliExpress и после этого поменяли адрес доставки. А почему это происходит? Все очень просто. После того, как вы оплатили ваш заказ, вам строго не рекомендуется менять адрес доставки. Но если вы все же поменяли, то вам надо предоставить свои документы сайту AliExpress для верификации или вернуть адрес доставки в исходное положение и заказать ваш товар заново. Вторая проблема – это если вы создали новый аккаунт и пытаетесь купить недешевый товар. В общем, друзья мои, существует у сайта AliExpress определенные ограничения. Если вы создали новый аккаунт и решили сразу же совершить недешевую покупку, то сайт AliExpress заблокирует ваш платеж и попросит ваши документы для вашей верификации. Третья проблема, которая возникает, это если вы зарегистрировались на AliExpress в другом регионе, а покупку решили совершить в другом. А из-за чего это происходит? Все дело в том, что интернет-магазин в данный момент и уже на протяжении определенного времени активно борется с покупными аккаунтами. Но если вы все же зарегистрировались в другом регионе, то у вас остается два выхода. Первое – это предоставить свои документы для верификации вашего аккаунта или создать новый аккаунт в том регионе, где вы решили совершить ваш заказ. Четвертый вариант – это если вы заказываете товар с сайта AliExpress с помощью банковской карты и ваш банк отклоняет платеж, так как считает, что сайт AliExpress небезопасный. В общем, вам, чтобы совершить вашу покупку, то я бы посоветовал вам воспользоваться другим способом оплаты или, естественно, можно вашу банковскую карту привязать онлайн кошельку любому, например, к Яндекс.Деньгам и также попробовать совершить ваш заказ, что будет считаться уже не с карточки, а с онлайн-кошелька. Но хочу заметить, что в 70% случаев такой вариант не прокатывает, кавычка. Но или пройти в отделение вашего банка и узнать причину отклонения платежа при заказе товара на сайте AliExpress. И давайте плавно перейдем к пятому варианту. Пятый вариант, если вы используете совершенно новую банковскую карту, которую еще не пользовались на сайте AliExpress. Для данной проблемы я вам рекомендую решение такое, как использовать другой способ оплаты или другую банковскую карту, или, естественно, предоставить свои документы через мои апелляции для верификации вашей личности. Шестой вариант, если вы используете банковскую карту, которая вам не принадлежит, или ту же карту в разных аккаунтах, что вызвало подозрение у службы безопасности AliExpress. Решение для данной проблемы использовать другой способ оплаты, например, онлайн-кошельком, наличными или через счет мобильного оператора, или, естественно, предоставить свои документы для верификации. Друзья мои, в закруглении этой темы я хочу немного дополнить еще такой один важный момент. Бывает такое, что вы предоставили свои документы для верификации. Примерно через 2 недели вам пришло уведомление о том, что вы прошли верификацию, все удачно и все подтвердилось. Вы совершаете заказ, еще один он проходит, вы радуетесь, но спустя некоторое время вам предстоит, например, совершить еще одну дополнительную покупку, на которую вам выходит опять та же ошибка, которая требует вашей верификации вашего аккаунта и вашей личности. Я вам рекомендую никакие документы не отправлять, так как вам придется еще ждать буквально 1.5-2 недели для верификации вашего аккаунта, и вы будете нервничать, что будет доставлять вам неудобства в совершении данной покупки на сайте AliExpress. Я вам советую, если такая беда с вами произошла, сразу же напишите в службу поддержки сайта AliExpress о вашей беде. Если у вас
вас остались дополнительные вопросы, то, пожалуйста, напишите их в комментариях, я обязательно отвечу. Если данный видеоролик вам был хоть немного полезен, пожалуйста, поставьте лайк под видео, эта кнопка мне нравится. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нашего видео. И до новых встреч!